Да. Вот, просовываю руки. Вот здесь, вот уже кость. Вот здесь, вот, тоже кости. То есть у меня рука не лезет совсем. Вот это все, что я могу. Обратно я его затащить тоже не могу, потому что вот здесь вот уже жестко, и здесь жестко. То ли у него и у нее такой таз. Бедная коза. Все, это край. Ножку я ей проколола. Два куба у меня там было в ампуле. Обратно засунуть вот эту вот башку туда. Возможности тоже не представляется. В общем, вот такие дела. Вот она кость. Вот. Вот эти вот кости у нее не разошлись. Поэтому козел ни туда, ни сюда. А он вот такой вот крупный. Что делать? Есть какие предложения? М? Ну, выключи.